третье я поставлю Буффона своим сейвом против Зидана в 2006 году. На второй вот думаю, либо Куртуа, либо Дудака поставить. У Паши и Коли Муравьевых все разговоры о футболе. Сразу после школы они спешат на тренировку, составляя импровизированный рейтинг лучших вратарей всех времен. Мама и папа во всем поддерживают сыновей, поэтому и познакомиться с семьей мы решили на стадионе. Меня зовут Александр, это моя супруга Анастасия. У нас есть двое прекрасных, замечательных детей. Где-то там. Они бегают как раз сейчас в поле. Мы их редко видим из-за футбола. Почти вся жизнь Муравьевых подчинена спорту. Тренировки у ребят до 5 раз в неделю, а иногда и дважды в день. Зачастую в выходные – турниры. В то же время в частном доме семью ждет кот, интенсивная уборка снега, да и обычные заботы никто не отменял. Очень много чего успевается, когда ты хочешь этим заниматься. Это все успевается, конечно. А вообще девиз нашей семьи – если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Все готовятся к Новому году, мы готовимся к 5-дневному турниру в Питере. То есть все отдохнут, а мы думаем о том, что мы опять, наша жизнь будет подчинена вот такому спортивному празднику для детей. Но для родителей это будни, это разъезды, это постоянная организация. А начиналось все много-много лет назад. Паше было 4 года, когда он попросился на футбол. Как-то сразу он выбрал стезю вратаря. Я выбрала, потому что мне нравится. Ну, я просто Лена впечатлился там Акинфеевым, легендой. Младший Коля профессионально танцует брейк, но постепенно и его затянул спорт. Вообще летом стали иногда ходить на тренировки. Ну, я вместе с Пашей стал ходить, и меня просто позвали на турнир. И на турнире, на котором мы заняли второе место, я уже стал играть в футбол. Вместе тренироваться гораздо веселее, да и брат всегда подставит плечо. Иногда в некоторых моментах, либо когда я на турнирах пропускаю, он говорит, типа, ничего страшного, все спокойно. Твоя ошибка. Вот. При этом Коля все-таки видит себя в будущем танцором, но даже в таком юном возрасте понимает, спорт дает многое. Это и физическая форма, и дисциплина, а еще азарт и адреналин. Павел, тащи. Все, молодец. Хорошая передача была. Поддержка детей очень важна, чем бы они ни занимались. Здесь большая ответственность лежит как на маме, так и на папе. Очень многие родители не справляются, потому что просто элементарно не хватает ресурсов. То есть детей там отвезти не могут, школа поздно заканчивается. Вот в этом плане. И, конечно, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо мужу за такую поддержку, потому что подвозом детей на самом деле ему очень много приходится заниматься. Порой тренировки, там, например, 2 раза в день в разных локациях, поскольку дети вратари. Нужна и психологическая поддержка. Спорт всегда связан с напряжением, как физическим, так и эмоциональным. Маленьким спортсменам иногда трудно самим справляться со стрессом, со страхами, волнением, потерей мотивации. Родители должны понимать это и помогать. Ездили в Ярославль играть. Был такой большой, крупный, представительный турнир. И наша команда играла с соперниками на год старше себя. Мы заняли 1-е место, но с конца. Мы были последние. Вот. И знаете, очень много ребят после игры финальной вот на бровке сидели и плакали. Очень было жалко себя и обидно. Но наш ребенок, Саша не даст соврать, он забежал к нам в машину со словами: «Мам, пап, а когда поедем на следующий турнир?» То есть вот у него совершенно не было чувства безысходности. Вот он не чувствовал себя, плохое слово, но лузером. У него не было такого, потому что, мне кажется, во многом это наша заслуга, что мы сформировали такое принятие себя. Да, могут быть заминки, запинки, ты можешь падать, но если ты всякий раз встаешь, поднимаешься, начинаешь заново, вот это в футболе твоя самая главная победа.
Еще один момент, о котором задумывались, наверное, многие родители юных футболистов. А если ребенок захочет уйти из спорта? Муравьевы уже давно ответили для себя на этот вопрос. В любом случае тренировки, игры, выездные турниры не пройдут даром. Все это только на пользу, особенно мальчишкам. Какое бы решение сыновья ни приняли, мама и папа помогут и поддержат. Ведь в этом и есть главная задача семьи.